Участники, вот это твой, держи, держи, он тебе пригодится. Ну и, конечно же, еще, кто же был третьим? Ах, конечно, держи. Вы были молодцы, вы лучшие из лучших, вы встретились в финале. Но, конечно же, я не сказал бы ничего, если бы не сказал ничего об этом парне. Давайте мы поздравим его вместе, поаплодируем. Он действительно заслужил, была ожесточеннейшая борьба. И вот... Вот результат этой борьбы. Я передаю вот эту приставку, друзья. Ну, посмотрите на нее, красавица какая. Вот этому парню, который уже на коленях. Устал, да, танцевал. Ну, конечно, выложился на все 100, друзья. Он получил ее, он ее заработал. Молодец. Ну и, друзья, собственно говоря, да, фотография, автограф-сессия его пройдет вот там на публиках, на соседних. Можно брать автограф, обниматься, фотографироваться с ним. Но он молодец, правда молодец. Итак, как я и обещал, друзья, бэкстейдж, зомби, люди, слоны. Я это сделал.